Европы уходят под воду. Затяжные дожди вызвали сильные наводнения в Испании и Португалии. Один человек погиб. В Андалусии уровень воды в местной реке поднялся более чем на 7 метров. Затоплены тысячи домов. Идет эвакуация населения. Тревожная обстановка сохраняется и на Канарских островах. А в Португалии виновником всех несчастий стал торнадо. Мощный ветер сорвал крышу с детского сада в городе Томар. 30 человек, большинство из которых дети, получили ранения.